Всем привет, друзья, с вами Realize. В начале видеоролика немножечко мы отойдем от основной темы, и я хотел бы сказать спасибо абсолютно каждому комментатору. Я не удалял ни один комментарий, все прочитал, здесь нету действительно ни одного плохого коммента. Все люди, которые написали, действительно рады меня видеть, слышать. Мне крайне приятно все это дело читать. И прежде чем вы будете врываться в какой-то проект вместе со мной, либо с какими-то другими блогерами, либо самостоятельно, нужно знать одну вещь. Любой проект своего рода это скам. Во-первых, никто заранее не может знать, дойдет ли какой-то проект от обычной таполки до листинга на бирже. То есть из обычной монетки на телефоне вы перейдете уже в настоящий заработок, то есть тех денег, которые вы можете прям вывести себе на карту. Этого никто не знает. Это во-первых. Во-вторых, даже если это произойдет, никто не знает, когда все это закончится. И тут самое главное, вовремя заходить и вовремя выходить с таких проектов, чтобы не прогореть. Лично для себя я выделил два прям золотых правила, на основе которых я буду снимать и рекомендовать вам какие-то игры. Во-первых, я не собираюсь заходить в проекты, которые требуют денежных вложений. В этом случае, даже если проект не дойдет до биржи, закроется или там как-то обломается, не будет обидно, что вы потратили на него свое свободное время плюс деньги. И второе правило, я не привязываю и не даю доступ к своим кошелькам в какие-то сомнительные проекты. Я пока что в них тапаю. И когда только уже выходят какие-то положительные новости, какая-то биржа заинтересовалась данным проектом, но уже на каком-то последнем этапе, когда все уже хорошо складывается, тогда можно будет уже проводить какие-то манипуляции с кошельками. Ну а теперь переходим к основной теме видеоролика. Сегодня мы обсудим игру, которая есть в Телеграме под названием Hamster Combat. Вокруг нее огромное количество хайпа. Именно эту игру зачем-то другие блогеры называют убийцей ноткоина. Но, конечно же, это не так, потому что на данный момент эту информацию никак нельзя подтвердить. Поскольку ноткоин уже торгуется на бирже и приносит людям какой-то доход, то здесь монетка еще не вышла в релиз, а ее зачем-то называют уже убийцей ноткоина. Да, действительно, игра на хайпе, но на этом пока что все. Единственное, что из новостей у нас имеется. Во-первых, токен Hamster Combat запустит в экосистеме Тон. Вот это стало известно на днях. Команда Тон объявила о партнерстве с таполкой Hamster Combat, которой уже присоединилось более 60 миллионов игроков. И в честь присоединения к экосистеме Тон в игре вышла даже специальная карта, которую также можно прокачивать и получать пассивный доход в игре в качестве монеток, которые, повторюсь, пока что еще ничего не стоят. Также есть новости, то что в понедельник 3 июня состоится прямой эфир с участием представителей Тон и Hamster Combat. Чисто визуально она приятнее, чем ноткоин, она сложнее, чем ноткоин. Там нужно не просто тапать, там надо прокачивать определенные карточки. Если вам что-то непонятно, я могу записать отдельный видеоролик уже и по этой игре, то есть конкретно по прокачке. На опыте ноткоина могу вам сказать то, что не всегда дорожная карта соответствует действительности. Она может быть переписана, разработчики могут не успевать, и как правило оно такое и бывает. Поэтому можно немножечко ориентироваться по этой карте дорожной, но не совсем на нее опираться. Следующий момент. Внизу под видеороликом я оставлю ссылки на эту игру. Это будут реферальные ссылки, перейдя по которым я буду получать от вас бонусы. Если вы не желаете, чтобы я получал бонусы, то в любом случае также будет ссылка на официальный сайт. Вы на него заходите, нажимаете «Присоединиться к нам», вот здесь левый верхний угол, значок Телеграма. И спокойно, без реферальной ссылки, развивайтесь. То есть я вас ни на что не байчу. Хотите, переходите по моим ссылкам, хотите, заходите на официальный сайт. В следующем видеоролике, который, скорее всего, уже выйдет завтра, я расскажу про еще один перспективный проект, который тоже имеет под собой хорошее основание для того, чтобы залиститься на биржу, и вы смогли на этом немного заработать, самое главное, без абсолютных вложений. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи! Всем пока!